Привет! Сегодняшнее видео будет о моих покупках одежды, обуви, аксессуаров. И начнем. Первое, что я хочу вам показать, это свой последний улов на секонде. Кому интересна эта тема, я раньше снимала видео, как лучше выбрать секонды, и показывала свою любимую одежду, которую я там нашла. И я думаю, начну вам показывать с футболочки, которая есть в моих фотографиях ВКонтакте. И вы можете посмотреть, как она на мне сидит, а сейчас я ее покажу. Это футболочка, по-моему, фирмы Атмосфера. Вот такая вот. С фотографией Рианы. Я вам кину ссылочку ниже, чтобы вы могли увидеть, как она на мне. Она такого бежевого цвета и в таком как бы стиле, как летучая мышка, здесь такие вот рукава. Хоть она и большого размера, но все равно она так... Мне нравится, как она на мне сидит, даже с таким большим размером. И еще мне очень нравится эта футболка тем, что как бы она вся в таких... Как будто она закошлатанная, но она такая вся и есть. И вообще она очень мягенькая, мне очень нравится ее одевать. Я ее так последний месяц очень часто, кстати, одевала. Вообще клевая очень. Дальше тоже с секонда вы видели, на мне была майка, когда я делала последнюю прическу в видео. Такая вот белая маечка. В таком, можно сказать, американском стиле. Вот такая вот маечка. С таким низом разорванным. Очень классная, она такая как бы полупрозрачная, тоже очень мягкая ткань, очень такой забавный принт. И это фирма Denim & Co. Тоже этот размер больше, чем мне нужен, но так как это такие летние майки, я люблю, когда майки такие как бы больше по размеру, она очень классная. Следующая маечка, которую я нашла на секонде, я ее так просто не одевала, она мне не особо нравится, но когда мы были на море, я всегда в ней ходила на пляж. Вот такая вот. Спереди она идет как короче, а сзади идет длиннее. Такой какой-то этнический принт. Дальше, что я хотела показать из секонда, это аксессуары. Я решила посмотреть в этот раз ремни. Вообще я нашла такие прикольные ремни. Вот первый вот такой вот с бронзовой пряжкой. Вот такие вот тут вот. Ну это не заклепки, не знаю, но такое декорирование. Очень классный ремень. Следующий ремешок, который я тоже нашла на секонде. У меня, кстати, нет просто черного ремня, поэтому я ему тоже обрадовалась. Он вот такой вот тоненький, ну, довольно-таки тонкий, наверное, где-то 1,5 сантиметра ширина. Вот такая вот пряжка серебряная и очень красивая вот такая вот деталь такого сплетения. И очень красиво либо продевать как бы ремешок через это сплетение. Вот так вот. Либо, как я делаю, просто он у меня, как бы, ну, на бедрах, и я вот сюда вот так вот ремешок продеваю. Тоже очень классно смотрится. Дальше хочу вам показать свои шорты с распродажи в Бершке. Мне они тоже очень нравятся, когда я их увидела. Сразу их схватила, померила и купила. Они такого кремового цвета, тоже в таком этническом стиле роскошь. Извините, телефон. В таком этническом стиле. И тут такие вот как бы неоновые вставки. Желто-неоновый, оранжево-неоновый. Сзади такие кармашки. Здесь такой отворотик. Кому интересно, у меня 36 размер. Очень классный, и мне очень нравилось их одевать как раз по ту вот футболку с Рианой. Оно очень клево смотрится.
Следующая моя радостная покупка из одежды, это уже с Манго. Это их новая коллекция осенняя. Я купила себе красные брюки, такие чиносы, зауженные к низу. Мне очень нравится, что я могу вот так вот подвернуть их. И они очень классно сидят, они очень удобные. И я не ожидала от себя, что у меня все-таки будут брюки красного цвета, потому что я, в принципе, всегда так более сдержана в низе. Но эти брюки меня просто покорили. Здесь такие вот кармашки спереди, сзади. Еще один подарок, который сделал мне мой любимый, это платье. Я его сама выбрала на сайте, он мне его купил на день рождения мой. Оно просто шикарное, я его только позавчера как бы примерила. Вот оно вот такое вот. Такой красивый прозрачный период с такими очень красивыми камешками. Он из шифона, очень нежного, такой нежно-кремовый. И сзади спинка тут тоже очень красивая, потому что спинка здесь открытая. Для тех, кому интересно, у меня 8 размер. Но, кстати, если бы был 6, я бы могла себе легко взять и 6. Внизу в юбочке тут подкладка. В общем, мне очень нравится это платье. Оно такое сказочное, такое, ну, волшебное платье. Ну, теперь дальше перейдем, наверное, к обуви. Сразу скажу, что это был заказ с asos.com. Я оставлю сайт внизу, кому интересно. Вот такие вот красавцы. Это натуральная кожа. Каблук здесь около 9 сантиметров. Сзади здесь вот такие вот замочки. Такого они ярко-малинового цвета и оранжевого. На сайте они выглядели более тусклыми. В жизни они такие яркие, очень классные. Под брюки их одевать вообще обалденные. Единственный минус это в том, что у меня очень узкая нога. И здесь вот по оранжевой стороне все-таки видно, что они на мне широкие. Но если я одеваю брюки, это не столь заметно. Следующая обувь с Asos. Как раз я их только сегодня забрала. Вот такие вот сандалии ярко-оранжевого неонового цвета. Это тоже натуральная кожа. Довольно-таки прикольные. На ножке смотрятся хорошо. Буду их, конечно, донашивать. Будем надеяться, что еще немножко потеплеет у нас, чтобы их носить. В общем, вот так вот. Теперь перейдем к аксессуарам. Из аксессуаров я хочу показать просто сейчас мое самое любимое кольцо. Я его купила в Аксессуарсе, и как раз была на него хорошая скидка 70%. Я выложу потом тоже фотографию в блог, чтобы вы могли получше увидеть. Вот такое вот. Он как такой листик папоротника какого-то, с камешками внутри. Оно очень красиво переливается, мне очень нравится это кольцо, я его с удовольствием ношу. Из моих любимчиков, которые я сейчас ношу, кто есть у меня ВКонтакте, кто видел мои фотографии, я там тоже выкладывала фотографию. Вот такой вот браслет. Это тоже из Аксессуарса. Он такой выполнен, как будто чешуйки такие соединенные. И мне очень нравится его носить с другим тоже браслетом из Аксессуарса. Вот так вот вместе. Очень нравится мне такой тандем браслетиков. Вот совсем недавно купила из Стейли Вейл. Вот такие вот серьги.
Пока, если честно, не знаю, под что я их буду одевать. Нужно что-то такое сдержанное, иначе будет как из села какого-то, если я все нацеплю. Ну, тоже очень классно. А с обратной стороны они вот такие вот просто золотые. Дальше моя покупка, а точнее это был подарок от моего любимого. Вот такая вот сумка с птичками, очень красивая. Это тоже из Аксессуарайса. Вот такая вот она. Видно, тут короткие ручки есть, и есть ручки подлиннее, то есть одна ручка, которую можно будет вот так вот тоже носить. У нас вот такая вот косметичка, тоже с птичками. Вообще очень классно. Здесь такой красивый брелочек на замочке, это листики. Сзади тоже птички. Она довольно-таки большая. Вот так вот, если сравнить с моей рукой, как раз помещается все, что мне нужно. А внутри вот такая вот красивая подкладка тоже. Девочки, еще забыла. Вот купила такие милашные трусики в Woman's Secret с Микки Маусом. Тут вот такие вот бантики. Вот такие вот милашки в размере S. Вот, в общем, и все мои покупки. Надеюсь, вам понравилось. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Я буду очень рада вашим подпискам, вашим вопросам. Всех целую и очень люблю. Пока, до скорого.